В Твери продолжается возведение двух детских садов и школы. До конца года в столице Верхневолжья будет завершено строительство трех социальных объектов – школы в микрорайоне Радужный и детских садов в Южном и Заволжье. На каком этапе сейчас работы, узнала наша съемочная группа, которая посетила каждую точку стройки. Это микрорайон Радужный. Здесь возводится новая школа на 1224 ученика. Она будет построена по тому же проекту, что и Центр образования Брусилова. Сейчас на объекте только завершается организация строительной площадки и разработка котлована под будущее учебное заведение. Впереди еще огромный объем работы. Но по планам властей до 31 декабря текущего года строительные и отделочные работы должны быть завершены. В интернете следим за новостями строительства школы, потому что мы с нетерпением ждем ее открытия. Ждем с нетерпением открытия новой школы, так как она находится ближе к дому. Там не надо будет переходить дорогу в целях безопасности. Это тот же самый Заволжский район Твери. На планерной продолжается строительство детского сада. В этом году стройку все-таки должны завершить. Напомним, что в прошлом году этого сделать не получилось, хотя планировали. Администрация города заявила, что срыв произошел по вине недобросовестного подрядчика. В настоящее время заключен контракт с новой подрядной организацией. А это уже Южный. Здесь, на Октябрьском проспекте, тоже идет стройка детского сада. Сейчас на объекте завершаются работы по кирпичной кладке стен и перегородок. Планируется установка окон, внутренних и наружных инженерных систем. К 1 сентября 2020-го новый детский сад должен быть введен в эксплуатацию. Кроме того, сейчас разрабатывается проектная документация на еще два детских сада. Направлено на госэкспертизу проект по строительству детского сада на 190 мест на улице Склискова. Введение объекта в эксплуатацию намечено на 2021 год. В этом же году запланирована и сдача аналогичного детского сада на улице Левитана, для которого уже выделен участок под застройку. Строительство всех объектов образования осуществляется в рамках приоритетного национального проекта образования. Этот проект призван обеспечить системный рост качества основного общего образования и воспитания новых поколений граждан России на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций нашего народа. Напомним, что в Твери в рамках нацпроекта в эксплуатацию было введено два новых школьных здания. 1 сентября 2019 года заработал второй корпус школы номер 50 в микрорайоне «Юность» на 560 мест. А в начале этого года был открыт центр образования Брусилова.